Чтобы выжить в этой распродаже, нам надо держаться вместе. Вы должны доверять друг другу. Но предупреждаю, не стоит недооценивать ту битву, что развернется за этими дверьми. Зима близко. Хотела поделиться с вами своей печалью. Меня приглашали на семинар в Москву, YouTube. Команда приглашала, я отослала заявку, и, соответственно, мне ответили. И это событие должно было состояться 17 числа. В общем, как вы понимаете, так как я в Воронеже, я никуда не поехала. Пришла посылка с моноподом для GoPro. Какая-то штучка. Что это такое? Максимальная длина его. И что самое клевое, это то, что сюда можно одевать мою камеру влоговую, на которую я сейчас снимаю. Короче, удобный монопод. И, соответственно, вот это крепление, вот такое вот, оно подходит для крепления GoPro. Все держится. Только не подошла стандартная вот эта вот закручивающаяся фигня. Короче, она не закручивается из-за вот этих вот ушек. Получается, она камеру царапает и прокручивается, и не закручивается из-за этого. А стандартная GoPro закрутка подходит сюда, так что... Фиксируется он поворотным движением, и от фиксации тоже убрать его поворотным движением вот так вот. Тогда он вытаскивается. И чтобы зафиксировать в вытянутом состоянии, потому что оно будет ходить туда-сюда, нужно также сделать такой поворот. Все, тогда она не двигается. И еще в чем плюс, то что одевается на штатив. Без комментариев, это монопод 3 в одном. Кстати, не знаешь, что это за дерьмо такое? Линейка какая-то, которая крепится сверху. Это для телефона! Вуаля! Еще и телефон можно прицепить на этот монопод. Вообще офигеть! Это даже не 3 в одном, а 4 в одном. Ссылку на этот монопод оставлю под видео. И для сравнения покажу вам монопод, который у меня до этого был. Это, в принципе, не монопод даже, а... Ну, хотя, в принципе, и монопод, наверное. Я не знаю, чем отличается монопод от селфи-палки. Тоже есть отверстие для штатива. GoPro я сюда одеть не могу надеть. Поэтому я и взяла такой специально штатив, ну, вернее, монопод. Такой не советую, потому что вот эти вот все крепления, не крепления, вот такая вот вся система, гармошки или как это называется, там, матрешка, это настолько такое говно, наконечник и сама система вот такая, не советую, потому что у меня шатается сама вот это вот, само крепление, куда я креплю камеру. И, соответственно, когда я снимала на вот эту камеру, у меня бывала такая тряска, и это не руки была тряска, а как раз таки вот этого вот монопода, блин. Зашла я в Читай-город, купила папку для документов. Взяла вот такого плана, она и как папка, и идет вместе с файлами. Их здесь очень-очень много. Так, еще я взяла вот такую обложку уже на паспорт. Ту-ду-ду-ду-ду. Ну и главное, что я в Читай-городе выбирала, это... книги. Я очень давно хотела книги найти писателя Вадима Панова. Это серия книг, «Тайный город» называется, и каждая книга имеет свое название. И вот, наконец-таки, я нашла. Я люблю фантастику и люблю как русскую, так и американскую. Мне без разницы, главное, чтобы было интересно. Жду подругу. Я как парень. На свидании. Я уже давным-давно собралась. Подруга все никак. Не могу ее выкурить из квартиры. Идет, называется.
Девушки, это жесть. О, да. Наконец-то. И где куртка? Ты ее туда затусовала? Вот она, опоздавшая. Мы сейчас в парке. Как называется? Мертвых и живых, да? Да. А почему так называется? Погромче-то. Блин, я тебе уже рассказывала. Ну ты расскажи сюда. Я не хочу рассказывать. Короче, называется он так, потому что здесь раньше было кладбище. Девчонки херня слепили. Можно на Warcraft в 2D на 18-15? Нет, нам просмотра. Гуляна!